товарищи и прочее, прочее, потому что мы как-то сейчас сильно объединились, объединила нас необходимость объединиться прежде всего, да. Вот, значит, то, что мы, конечно, вот прочитали повестку дня, я не знаю, как ей следовать этой повестке дня. Поэтому я предлагаю немного по-другому. Давайте так, значит, потому что все это звенья одной цепи, как я вижу. Возможно, я что-то не понимаю. Вы меня поправите. Я постараюсь никаких выводов не делать. Я постараюсь давать голую информацию. Пожалуйста, подойдите ближе, потому что кричать мне оно это тяжело. Не-не-не-не-не, дальше я буду читать. Действительно, это же не то, что. Просто это действительно очень важно, чтобы все понимали, о чем мы говорим, и чтобы, соответственно, и приняли правильное решение, от которого, я думаю, зависит многое. Теперь я расскажу, почему я так думаю, что от этого зависит многое. Я буду так в разброс немножко, потому что я пытался, если честно, подготовиться к этому. А потом подумал, что это оно получится какие-то это вот, и ничего не будет ни мне понятно, никому ничего. Значит, все знают, я так вкратце скажу, все знают, что у нас было с 2011 года, что мы заблаговременно подали наши, значит,